Всем доброго утра. Итак, сегодня у нас 8 декабря. На улице сейчас в данный момент 0 градусов. Это моя мини-теплица. Сейчас буду монтировать в нее другую систему обогрева теплого пола. Сейчас покажу примерно, как это будет происходить. 11 метров кабель. В этом году чуть побольше, потому что брал другой кабель и с другой температурой нагрева. Пойдемте посмотрим, что там внутри у нас. До этого стояла такая пушка. Да вот кто интересовался вчера, вот мой сабль. Этот лист поврежденный. Альбицы посажены здесь, там кипарисы. Дальше магнолия, фихуа, рафиолепис там же. Кстати, вот они ягоды. Это юка алоэ листная. Она тоже попала сюда, в эту комнату. А ты красавица вообще. Вот сейчас только что прикрутил сюда датчик. Вот. Вот на сам кабель. Вчера взял. Сейчас буду его разматывать. Вот что у нас получилось. Сейчас работает пушка. Фихуа замотал, чтобы на раскиде, чтобы кабель не касался. Также замотал сабля. Все остальное остается так. Сейчас заношу сюда остальные растения, которые вынес. Все включаю и закрываю. Не пихта. Это подарок был. В данный момент кабель греет. Красная лампочка греет 3,3 температура.